Ваша жизнь, она как река, и где-то у этой реки есть исток, и где-то вы сейчас находитесь в определенной точке вашей жизненной реки. Я предлагаю вам подняться выше над этой рекой и зависнуть над тем местом, которое символизирует момент здесь и сейчас. Мысленным взором просто парите над этой рекой, наблюдая за тем, что ваша река простилается далеко-далеко вперед, а где-то за спиной уже большой промежуток вашей реки, но где-то все начиналось около истоков. Представьте, что вы как птица просто парите над этой рекой, обладая этим внутренним сущностным состоянием. И очень здорово осознавать, что вы находитесь здесь сейчас, обладая внутренним спокойствием, легкостью, принятием. Окей. И когда вы испытываете это состояние, когда вы парите над рекой жизни, можете представить, что вы медленно-медленно возвращаетесь как бы назад и находитесь возле истоков своей жизни. Где-то бьет тот ключик, тот маленький ручеек, который символизирует начало вашей жизни. Я вам хочу напомнить, что вы уже умеете испытывать это сущностное состояние. И начните проносить это состояние от самого начала вашей жизни. И неважно, каким вы способом будете это делать, возможно, вы просто будете распространять мысленную энергию над этим истоком и ручейком, а возможно, вы будете каким-то образом просто видеть, как сущностное состояние распространяется над вашей рекой жизни. И вот вы находитесь у истоков и видите, что ваша жизнь и ваша река, она уходит далеко-далеко вперед. И вот вы поднимаетесь вверх и парите над этим истоком. Представьте, что от вас начинает идти некий шлейф, который орошает вашу реку жизни сущностным состоянием. Состояние внутреннего спокойствия. И начните медленно-медленно парить вперед, пролетая год за годом, наблюдая за тем, как вы взрослели, но привносите в каждый момент жизни вот это состояние бытия, внутреннего спокойствия, с которым вы уже познакомились. Медленно-медленно паря над своей рекой жизни. Вы понимаете, сколько много событий уже произошло, но вы даже не знаете, сколько событий еще произойдет в будущем. Окей. А вы медленно парите, и, возможно, где-то сейчас вы уже находитесь на середине между истоком и тем моментом, который происходит сейчас. За вами идет шлейф, вы распространяете это внутреннее состояние, спокойствие, осознание бытия, существования, состояние любви через каждое-каждое событие в вашей жизни, продолжая парить. И вы можете посмотреть вдаль,
и медленно приближаться к той точке, где вы находитесь сейчас в вашей реке жизни. Вот так. И обратите внимание, что все события, с которыми вы встречались в этом путешествии, события, которые были в прошлом, уже обогатились этим сущностным состоянием, состоянием любви, сопричастия, окейности, понимания бытия. И вот вы уже парите на той точке, с которой начиналось наше путешествие, точка, которая называется «Сегодняшний день», «Здесь и сейчас». Но вы продолжаете смотреть вперед. Вы понимаете, что ваша река жизни уходит далеко-далеко вдаль. И если вы готовы прямо сейчас, то начиная с этого момента, ощущая это состояние, начните парить вперед по линии жизни, заполняя каждое будущее событие этим внутренним спокойствием, любовью, удовлетворением. И пускай каждое событие жизни будет сопровождаться этим состоянием. А когда поймете, что вы уже наполнили до самого-самого далекого будущего, возможно, даже за пределы горизонта, которые вам не видны, вам нужно помнить, что это сущностное состояние будет с вами отныне присутствовать в любой момент времени, вне зависимости от внешних обстоятельств. Вот так. Отлично. И вы можете периодически вспоминать это состояние и периодически взлетать над своей рекой жизни, особенно вспоминать этот день, сегодняшний день, когда вы познакомились с этим хорошим, ресурсным и эффективным состоянием для вас. Окей. Можно потихоньку возвращаться сюда и заканчивать эту медитацию. Потянуться, размяться, немного взбодриться, похлопать глазами. Можно даже потереть глаза и возвращаться сюда.